Всем приветики! С вами Мелис, и мы продолжаем играть в Super Normal. Так что обязательно надевай наушники, потому что здесь без этого никак. И знаешь, что я узнала? Знаешь, что я узнала? Что если выйдешь с этой игры, то сохранение пропадет. Я осуждаю такое, в принципе, поиграть не дают нормально, то есть сядь, пройди за один присест, я не хочу. Но ладно, давай попробуем. Если мы сейчас за этот ролик не пройдем, значит мы не пройдем. Больше времени нема это проходить. Это очень глупо, могу сказать со стороны разработчиков. Ну и вот все этим сказано. Дорогая, ты чего бьешься головой об стенку? Это сейчас я буду биться головой об стенку, потому что я не знаю, где пароль. Где логин и пароль взять? Там написано 1МА и все. И что это значит? Я не понимаю. Это не пароль и не логин. Пока не подходит. Представь, за 2 часа, за один раз пройти эту игру. Не, ну это чокнуться можно. Ни один здоровый человек в хорроре не выдержит столько времени. Это большое, на самом деле, давление. Психологическое. Почти нереально. Так, а теперь давай за компьютер сядем и посмотрим, что там написано. Ну, я предполагаю, что там что-то написано, она так нам показывает, что где написано. Потому что, блин, он медленно очень входит. Давай. Два РК, один МА, два РК. Find email, найди email. Типа что? Первое МА, второе РК. Давай попробуем. Ма. РК. Нет. 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 Надо искать дальше. Так, давай-ка вот этот свет мы включим. Мне не нравится, когда здесь темно. Тут мы уже знаем, что здесь АМ написано, МА написано. Так, ничего нет. Давай еще раз туда сходим. Включим. Этот свет не включается, почему? О, что? Подожди, 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 подожди. Это она вальс танцует? Не, слушай, я танцевать с тобой не буду, нет. У меня другие вкусы. Подожди. Стой, ну... Не, ну не страшно. Не страшно. Спасибо моим наушникам, которые имеют задержку. Спасибо, не страшно совсем. Окей, пошли отсюда. Пошли. Не, ну она, походу, раньше была танцовщицей. Неплохо танцует вальс или балерины какой-то. Поскольку она очень гибкая. Видишь, сразу ногами со спины встала. А уже вперед ногами. Пора выносить. Давай посмотрим камеры опять. Я начинаю понимать, как это все работает. Так, начинаю. Night Vision. Night Vision.
Опять какие-то звуки страшные. Смотри, тут еще как будто кто-то сидит, видишь? Не, ничего нету. Она светом играется. Вот, видишь? Тихо, тихо, не трожь меня. Не трожь, я тебе помогу. Я хочу тебе помочь, я хочу тебя спасти. Так что не трогай меня. Не трогай. Иди, пожалуйста. Хороший, кстати, интерьер. House Flipper сюда называется, зашел мастер. Хороший интерьер, мне нравится. Night Vision. 209. 3. 209. И пароль 209, марк 2009-го. Не подходит, а почему? Чего? Now find пароль, паспорт. Найти пароль? Где? А, как... Хорошо, марк 2009-го, это, видимо, логин. Марк. Марк. Стоп, что-то разбилось. Где-то что-то разбилось. Где-то что-то разбилось. Пароль. Где? Либо мне идти туда, где что-то разбилось, либо мне сейчас посмотреть в камеру. Найди пароль. Сначала сказали найди email, теперь найди пароль. Значит, тоже где-то на стенках. Ну, давай поглазеем, поищем. Где бы тут мог быть пароль? Тут реально, куда кто-то сидит там. Дальше. 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 Нам скорее кухня нужна, я думаю. Что-то с кухней. Блин, надо свет, наверное, выключить. Хотя вот, найди пароль. Там свет мигает. Там свет мигает. Пошли туда. Сейчас, кстати, час ночи. Не у меня, но в игре я смотрю. Пошли в ванну. Там свет мигает. У меня есть мысль, что там что-то есть. Ой, подожди, нет, 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 не убивай меня, стой, нет. Ролик же 10 минут только. Так. Это, конечно, прекрасно. Так, все еще найди пароль. Хорошо, она, походу, мне просто
Сознание отрубило. Ладно, меня это радует. Что не с самого начала мы начали. Хорошо. У нас еще есть шанс это пройти. У нас пока есть шанс это сделать. Давай. Камера. Мотор. Что это было? Что это было? Ты что творишь, блин? Посуда дорогая. S. 1S. Блин, ходит с... Один С. А, С. Это первая. А, валим. Слушай, валим, она рядом. Стоп. 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 У меня есть девушка. Хорошо, я поняла, я поняла, я поняла. Understand. Пятое Т. No! Хорошо, первое С. Пятое Т. Я сейчас забуду, мне нужна бумажка. Мне это надо записать. Чё дышишь? Да. Давай, допишем. С. Первое, пятое, Т. Я забуду. Да ёпта, ну чё ты пристала? Ну отвали ты от меня, пожалуйста. Господи, женщина-то какая. Неугомонная. Писец. Пойдет мне голову разбивать уже. А там уже от меня ничего не осталось. Ладно, не будем ходить туда, где, возможно, она или темно. Это 5. Слышишь? Это 5. Пошли отсюда. Нам нужен свет. Нам на свет надо идти. Блин, задолбала. Уйди от меня. Нет. Нет. Да. Она таки будет меня шмалять по всем стенкам. Черт побери. Цветом играется.
Не, я теперь на эту ловку не попадусь. Слушай, я на эту ловку не попадусь. Давай посмотрим лучше в камере, что он там делает. Я уверена, что там в коридоре есть число или буква, пароль. И она опять там стоит, зараза. Нету камеры, которая смотрит именно туда. Нам придется идти. Получается, пароль мы увидим своими глазами. С. Ну слушай, это же 5. Это вроде, ну это Т. Ну слушай, это Т. 5 Т. Какой же пароль-то гадкий. Длинный. Мы все это время пытаемся реально найти это. 6 это что? АП? Блин, что? 6 АП? О, 2. 2. Вот это мне нравится, буквой W. А вот это, блин, что за херня, непонятно. Две буквы АП. Скрипит в этом доме. Тут ничего не сделано качественно. Да хватит стонать. Я понимаю, что здесь не самые лучшие условия, но знаете, что есть, то есть. Так что перестаньте. Перестаньте. Я вам скидку не сделаю на этот дом. Я себе его ставлю, такой замечательный, такой большой, со своими уловками. А нас будут шмалять за каждую букву пароли или как? Я что-то понять не могу, а? Начинается. Три. Ёпта! Нам не хватает 4. Нам 4 нужно. Нам надо 4. Вот, один типа S. I say. Стань. Что за звук? У нас это уже мандраж, когда мы садимся за компьютер. Походу. Так, у нас осталась последняя буква. Алфавит. Не, ну пока ничего нигде нету, надо ходить. Опять где-то что? Опять щелкает.
Опять щелкает. Она рядом прям. Джи? Да вы издеваетесь. Ни хрена себе пароль. А где три... четвертая? Это уже не прикольно. Мы просто ходим в поисках того, как нас убьют. Ладно, вообще дома очень прекрасно, если мне вся эта фигня. У нас явно какой-то сосед странный там. Вот он нашел. Восемька. Я в шоке. Я в шоке от этого пароля. Но у нас все еще нет четверки. Цве, тапочка, джики, джикей, та, ви, сва. Не знаю, что за пароль. Маркам как-то полегче. Там просто марка 2009-го. Слушай. Слушай, женщина, ты меня достала. Может, это... Чё? Попробуем... Чё? Может вообще надеть другие наушники, типа, чтоб чуть пострашнее было. Потому что эти явно не для хорроров, у них есть маленькая задержка все равно по звуку. И поэтому мне всегда страшно. Но еще что-то хотела сказать и забыла. И у нас опять вот это микро. Она рядом, значит, это типа атаки что-то. Если мы будем сравнивать с узмофобией. И кто кричал, я не пойму. Где? В каких комнатах? Она за мной идет. Она идет за мной. Она идет за мной. 4Е. Сви. Так, ладно, давай. Марк 2009. СВЕЕ. Т. А. П. Джи. Кей. Точно? С, В, Е, Е, Т, А, П, В, К. Не так.
Марк. Марк 2009. Дальше. SVEETPGIKI. Отлично. Короче, без буквы А. Без буквы А. Где шестое там АП, типа просто идут Пи. И все. It's really nice to meet you, Mark. Did you them? So happy to see you in the web market. Так, стоп. Я была не готова к таким текстам. Секунду. Секунду. Как с этим быть? Meet. Так. Рада с тобой познакомиться, Марк. Они там тебе понравились. Мне там что-то 14. Какой у вас адрес? Я очень жду с нетерпением Марки. И Марки. Окей. И нам это ни хрена не дало. Понимаешь прикол? Нафиг нам это? Зачем? Зачем мы это сейчас все сделали, если в этой почте ничего нету для нас полезного? Тебе понравились письма? Ходит, шляется. Ходит за мной. Видишь, ходит. Не надо позади меня быть, не надо. Это не лучшая идея. Или мы в почте, может, не все прочли, слушай. Там еще что-то было, может. Она за нами ходит. Не камильфо ходить так. Опять? Вы издеваетесь. Постоянно нужно заходить в почту с паролем. Не, ну тут здесь больше ничего нету. Да, да, кто? Кто? Я иду, подождите. Да, да. Сейчас, сейчас, секунду. One second, go, go, go. Иду. Да, что случилось? Да! Ответьте! Это не нам звонят. Не обращай на это внимание. Это мошенники, скорее всего. Давай просто посмотрим. Так, Танака, стоп. Я оставлю сообщение для мистера Масака. Я прошу прощения, пустили одну встречу с новым медицинским барбуром, что-то там, не знаю. Я пытался дозвонить до тебя, но не ответил никто. Я больше беспокоюсь о твоем психологическом благополучии. Предписанный режим лекарств соблюдать тебе стоит. Оно существенно будет влиять. Пожалуйста, мистер Сакамото, свяжитесь со мной как можно скорее. Важно, чтобы мы обсудили данную ситуацию и вернули вас в нужное русло. Спасибо, надеюсь, получу от вас скоро весточку. Так, ага, она сказала про лекарство.
Лекарство у нас есть на втором этаже. Именно вот они. Походу там кто-то жестко стонет. Нам надо туда идти. Давай, давай. Ну, пошли, пошли. Я иду к тебе. Психически нездоровый. Так, а, я так понимаю, все же вот это его дочь была психически нестабильна. Что ли? Ну, уже заметно. Заметно, слушайте. Заметно. Отвали. Почему же какой-то мужик с нами общается? Отстань. Найс. Слушай, прекрасно. Прекрасно. Вот это прикольный баг. Не знаю, не знаю, слушаю. Тут как-то не получается ничего. Ой, интересно, в горшке. Подушки. Бельишко. Ничего нема. Ты чё? А, я ничего не делаю. Стоп, что за мужик? Нас вроде девка пугала, а при чем здесь мужик? Он ее? Она пыталась нам подсказать. Так, а в холодной пустынной квартире безжизненно лежало холодное тело. Детектив, у яд. А, обезжиренное тело детектива нашего ята. Убитый. Он, короче, был. Он был опытом, безжалостно заставили замолчать. Навсегда утихомирил тот самый человек, к которому он приближался, мистер Сакамото. Походу, мы не справились. А, неустанное стремление вот к истине, его упрямая решимость раскрыть эти мрачные секреты, хранящиеся в этих стенах, поставили его лицом к лицу с очень мрачными, реальными, мрачной реалистичностью, чем он смог себе представить. Ужасающая правда была очевидна. Отец мистера Отто Саплио был убийцей своих дочерей. Исчезновение, гибель других невинных демонов. Он сам же обратился к нам на расследование.
И сам же их убил? Ну, походу сходится то, что он реально был психически больным. Дочери на их несколько и других девушек. Но откровение пришлось слишком поздно. Открытие Юата оборвалось жестоким концом, когда его тело было найдено на месте преступления в некогда шумной квартире. Теперь стояла жуткая тишина. Мистера Сакамото нигде не было, очевидно. Хитуриде. Хитуриде. Ну, слушай, у нас не 2 часа получилось, а намного меньше. Видимо, 2 часа игры и геймплея — это с хорошей концовкой. А мы что-то уже какое? Масато Сакамото. Что-то знакомое. А мы уже какую игру выходим на плохую концовку? Ну что ж такое? Почему я постоянно выхожу на плохие концовки? Это вообще не... Это моя карма, походу. Когда ж мы выйдем на очень хорошую концовочку? Данное путешествие детектива Уята только началось. То, что ждет его впереди, обязательно перехватит там дыхание. Если его первое приключение покорило ваше воображение, не стесняйтесь оставить отзыв. Короче, и они, думаю, предлагают нам, если что, еще раз сыграть. Может, мы выйдем на другую концовочку, поскольку это все немного с разными сюжетными линиями. Но, как я посмотрела, в самом деле, все равно это 2 линии. Они все равно очень похожи, почти то же самое. Ну, насчет хорошей концовки не знаю, но насчет этой, да, она коротенькая, но хорошая будет другая. Слушай, если другую выходить, это надо сразу снимать где-то, как нам, может, и сказали, 2 часа, или это имеется в виду сразу с 2 концовками, если пройти. Короче, пиши в свои комментарии, в комментариях свое мнение об этой игрушке, об этом сюжетике. Если ты хочешь попробовать на другую концовку, напиши, но я сомневаюсь. Мы уже как бы посмотрели, думаю, не стоит. Давай лучше другие игрушки посмотрим. Но если будет много комментариев и лайкосиков, то тогда, естественно, посмотрим другую концовочку. Все, спасибо тебе за просмотр, за твой лайкосик. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о наших роликах и стримчиках. И все, ссылочки на сайте в описании канала, и всем пока-пока.